наш новый дом. Не чета Норвегии, но скоро мы подчиним себе этот край. Я рад видеть любой берег. И мне уже не терпится вновь вступить на твердую землю. Не стоит торопиться. Перед нами простираются лишь земли саксов. Королевство Мерсия, враждебный край. Враги расставят ловушки и спрячутся среди деревьев. Нужно поберечься. Рандви, суши весла! Ждите нас! Ты заметил там что-то? Пока нет. Лучше мы обезопасим для вас путь. Следуйте за нами, когда солнце коснется горизонта. Поняла. Да благословит вас всех Тор. Скоро увидимся. Вперед! Да! Я готов ко всему, что приготовили для нас эти пахари-альвы. Сигурд, сыны Рагнара ожидают нас? Пока нет, но они не будут возражать. Из четырех королевств Англии сыны Рагнара захватили лишь одно. Остальные ждут нас. Значит, мы вступим в войско братьев? Нет, нет. Мы поговорим с ними, обсудим все. И поделим эти земли между собой, так как захотим. Смотри, это что, город? Скучные дома и одна единственная руна их робкого бога? Ее называют распятием, да. Их бога принесли в жертву на этом кресте. Им украсили монастырь, дом для жрецов. Они молятся кресту, на котором убили их Христа? Странно. Мы вырезаем статуи наших богов и почитаем их. Взять хоть жертвы Одину Одноглазому. Но не возносим хвалы волку, что убил его. Вот в чем разница. Пусть саксы кажутся нам странными, нас они воспримут не лучше. Молот! Вот символ, достойный бога. Этот крест слетел бы от одного удара молнии. Топят свою жертву. Так, это крещение. Неужто ты так мало знаешь о крестьянах? Что?
Я просто позабыл. Но и разговор хотелось как-то поддержать. В том месте, верно, только жрецы и молящиеся. Причалить и разграбить дом их бога будет легко. А что, там хранится много сокровищ? Всегда. Они подносят своему богу серебро и самоцветы. Там их будет уйма. Позже, да. Сперва поселение. Пограбить еще успеем. Сюда, все к берегу. Высадимся здесь. Путь преграждает цепь, протянутая через реку. Нужно убрать ее и плыть дальше. Цепь? Ее можно разрубить? Она слишком прочная. Но в том лагере точно должен быть способ убрать ее. Я пойду. А я отправлюсь вместе с тобой. Нет, Дак, останься. Ты будешь защищать корабль в случае чего. Хороший план. Пустишь во врага стрелу, а топор будешь держать под рукой? Что-то в этом роде. Я не могу их бросить. Нам доверились. Здесь мне точно не рады. Разворошили гнездо. В кустах прячешься? Что стряслось?
Цепь огромная. И, кажется, плохо закреплена. Собью ее выстрелом. Путь свободен. Давай вернемся, Сигурд. Зададим этим псам трепку и заберем их сокровищ. Легче легко. Еще не время, Дак. Нам нужно двигаться дальше. И нам нельзя медлить. Будьте бдительны. Осталось немного. Боги, как же я голоден. Надеюсь, нас встретят с едой и элем. Нужно было их предупредить, чтоб поджарили для нас что-нибудь. Если Хальфдан, Убба и Ивар Рагнарсоны не нашли еды в Англии, мы все оголодаем. Но не бойся. Эх, прямо вижу. Нежный, сочный поросенок. Целим золотым, как сокровище, которое мы упустили. Тебе мало нужно для счастья, верно, Дак? Ему так лучше. А я же хочу взглянуть на труды великанов, что построили здесь столь много. Великанов? Великих римлян, империи великанов былых веков. Давным-давно они правили здесь, и в округе немало римских руин. Напоминают о славе, от которой остались лишь развалины и пепел. Камень для новых домов. Мы создадим здесь свою империю. И она не рухнет. Ничто не вечно, так. Руины — след былого величия. Смотрите, вон там. Сыны Рагнара разбили лагерь. Наконец, ступим на твердую землю. Постой, Сигурд. Здесь что-то не так. Верно. Для войска там слишком тихо. Лишь пара человек среди палаток. Мы ведь не этого ждали, верно? Нет. Нам нужно осмотреться. Это не норвежцы. Они чересчур грязные. Корабли заметны. Отправимся пешком.
Мы пойдем вместе с Дагом. Нет, двинемся все. Если это друзья, я встречу их как Ярл. А если враги, сразимся с ними вместе. Что это за люди? Говорят, непривычно. Верно, англичане? Да, Кейвен. За мной. Нам пожаловал. Наши реки загрязняют мерзкие даны. Ты назови свое имя. Я Сигурд, ярл Форнбурга. А вы кто такие? Те, кому не по душе присутствие в лагере чужаков данов. Убирайтесь, язычники, или мы убьем вас всех. Ты грозишь норвежцам битвой и думаешь, что мы испугаемся? Я провел в море 8 дней. Лезвие моего топора забыло вкус крови. Закрой пасть, скотина, и сражайся. Покончим с ними! Убьем этих язычников! Так, твое желание сбылось! Смотрите здесь все! Хватит с меня неожиданностей! Да уж, я проверю длинный дом.
А ну стой! Кто ты такой? Один из этих разбойников? Сигурд, так, сюда! У них были пленники. Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Очень отважно. Жаль, что вы связаны. Клянусь, мы хорошие люди. Ни к чему нас убивать. Тише, друг. Вам ничего не угрожает. Как вас зовут? Яньли. Торговка, не разбойница, как те мерзавцы. А это Роуэн. Верно, Роуэн. Я всего лишь конюх. Следил за лошадьми. Раньше разбойники их продали. Пытались продать и нас, любому, кто захотел бы купить рабов. Но я скорее вырвала бы им глаза. И как же вы двое оказались здесь? Ярл Хальфдан хотел, чтобы мы торговали с сынами Рагнара. Но их здесь уже не было. Развязать их. Вы знаете сынов Рагнара? Да. Я продал братьям немало лошадей. Славные люди, платят достойно. Судя по виду лагеря, их нет давно. Куда вы отправитесь? Чем займетесь? Закуплю товары. Начну сначала. У меня хватает друзей и союзников, но будет непросто. В любом городе и деревне пригодится конюх. Я снова буду трудиться где-нибудь. И что вы скажете? Такие люди, мне кажется, пригодятся в нашем поселении. И торговка, и конюх придутся очень кстати. Я с тобой согласен. А друзья Рагнарсонов и наши друзья. Верно так? Тебе точно виднее, Сигурд. Янли, Роуэн, я Сигурд, ярл Форнбурга, сын Стюрбьорна. Это Эйвор. Итак, вы свободны. Но мы с радостью приютим вас, если вы готовы потрудиться. Мы согласны. Хотя бы пока не встанем на ноги. Договорились. Добро пожаловать в клан Ворона. Те, кто были чужими, станут одним кланом. Остальные прибыли. Идем.
Они даже за оружием не ухаживали. Вот ведь глупцы.
Сигурд, так, сюда! У них были пленники. Эйвор, погляди. Ловушка. Может быть, внутри что-то есть. Я посмотрю. Эй, ты! Сюда!
Эйку! Эй, ты! Сюда! Отпусти нас, и мы вас пощадим! Клети, в любом штаг, я тебе, вы, мы, да, те остальные... Thank you.
Ах!